В эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Главные темы выпуска. В Гомеле появились фальшивые новые белорусские деньги. По улице Головачева при пожаре погиб инвалид второй группы. Обильный снегопад привел к массовым авариям на дорогах области. Очередной рейд по общежитиям, где проживают иностранные студенты. Полным фиаско обернулась попытка расплатиться за билет на поезд фальшивыми белорусскими банкнотами. В Гомельской области впервые изъятая партия поддельной валюты Национального банка Республики Беларусь образца 2009 года. Подозреваемые задержаны. Оценщиком своего мастерства доморощенные фальшивомонетчики выбрали кассира железнодорожного остановочного пункта «Гомель Нечетный». Молодая девушка в компании двух взрослых мужчин протянула в окошко для оплаты за проезд на пригородном поезде новую 10-рублевую купюру. Кассиру эта купюра показалась подозрительной, и она сообщила об этом в милицию. Компания поспешила ретироваться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УВД Гомельского облсполкома во взаимодействии с сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел задержали на улице Кирова областного центра трое молодых людей. Девушку 22-летнюю и двое молодых людей 37 лет. В ходе личного обыска у молодых людей было изъято купюры 10-рублевые с признаками подделки. Всего было изъято 43 таких банкноты Национального банка Республики Беларусь. Обнаруженные банкноты были изъяты при понятых, описаны и направлены на экспертизу в Гомельский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. 24 числа в четверг вечером поступил запрос на проведение срочного исследования, технического исследования документов, в данном случае денежного билета, достоинством 10 рублей Национального банка Республики Беларусь образца 2009 года. В ходе проведенного исследования мной было установлено, что данный денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов в Республике Беларусь. Он был изготовлен способом цветной капельностройной печати. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 221 УК Республики Беларусь «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий по месту жительства всех задержанных был проведен обыск. К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе производства обыска у одного из фигурантов изъята компьютерная техника, предположительно с помощью которой изготавливались поддельные денежные билеты Национального банка Республики Беларусь. Стоит отметить, что за преступление, предусмотренное статьей 221 Уголовного кодекса, санкции предусматривают до 7 лет лишения свободы с применением конфискации, либо без такого применения. По имеющейся на сегодняшний день информации установлено, что с такими же номерами и номиналом 10 рублей аналогичные денежные знаки Национального банка Республики Беларусь образца 2009 года выпуска с признаками подделки на территории Республики Беларусь ранее не изымались. Следует также добавить, что наша национальная валюта на данный момент времени является одной из самых защищенных от подделок в мире. Курение в нетрезвом виде – вредная и достаточно опасная привычка. В этой прописной истине уже на собственном горьком опыте убедилась компания гомельчан, отдыхавших минувшую субботу в одной из квартир по улице Дворникова в Гомеле. В 14.13 по телефону 101 поступило сообщение от очевидцев о том, что в доме по улице Дворникова идет дым из квартиры на пятом этаже. По прибытии к месту вызова спасателей пелена дыма затянула балкон квартиры. По прибытии подразделения МЧС в ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы из квартиры при помощи масок для спасаемых было спасено 4 граждан, которые ввиду выходных дней строились, распивали спиртные напитки, курили в помещении, тем самым случился пожар. И причина пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам медицинского осмотра работниками скорой помощи установлено, что в госпитализации никто не нуждается. Все четверо, а это хозяин 64-го года рождения, проживающая совместно с ним супруга 70-го года рождения, 50-летний брат супруги и его 43-летняя знакомая, трудоспособны, но на данный момент времени нигде не работают. А вот пожар по улице Головачева в Гомеле привел к куда более серьезным последствиям. Из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования погиб мужчина.
28 ноября в пожарную часть поступило сообщение о задымлении в подъезде дома по улице Головачева областного центра. По прибытии к месту вызова было установлено, что открытое горение отсутствовало, но был легкий запах дыма в районе чердачного помещения. Дом кирпичный, пятиэтажный, с чердаком и подвалом. Квартира трехкомнатная, расположена на пятом этаже, электрифицирована. К моменту прибытия спасателей было установлено, что из квартиры, расположенной на пятом этаже, из окна идет дым. При проведении разведки было установлено, что в одной из комнат происходит горение мебели. В другой комнате был обнаружен труп хозяина квартиры. Хозяин квартиры – мужчина 1956 года рождения, неработающий, проживал один. Характеризовался посредственно. Долгое время числился в списках смотровых комиссий как одиноко проживающий инвалид второй группы. Каких-либо нарушений во время посещения комиссии выявлено не было. Незадолго до пожара снялся с учета. Каких-либо жалоб именно в ЖЭУ по его поведению, по злоупотреблению спиртными напитками в ЖЭУ не поступало. А курил он, не курил, говорил со слов дочери, что он курил. Кроме этого, квартира была оборудована автономным пожарным извещателем с выводом на дверной проем в подъезд. Но на момент пожара почему-то в извещателе не оказалось батарейки. То есть, если бы она сработала, вовремя бы засигнализировала, может быть, человек остался бы жив. В результате пожара также были повреждены постельные принадлежности и имущество на площади 2 квадратных метра. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В рейсовом автобусе Чернигов-Гомель везли контрабанду, сало и купюроприемники. Груз, который хотели незаконно провести через границу, обнаружили 28 ноября в пункте пропуска «Новая Гута». В багажном отделении в пластиковых канистрах для технических жидкостей было спрятано свиное сало 52 килограмма. Там же в багажном отсеке, но уже в технологической нише от таможенного оформления скрыли 10 купюроприемников для инфокиосков. Незаконный груз общей стоимостью 5000 рублей изъят. Хозяевами контрабанды оказались жители Чернигова. Сильный снегопад обрушился на Гомель в начале этой недели. Условия погоды осложнили дорожную обстановку. По данным госавтоинспекции, в областном центре в эти дни произошло около 100 аварий, в которых ранения получили 6 человек. Примерно к половине восьмого часа утра в понедельник обильные снегопады накрыли часть Гомельского и Будо-Каширевского районов. Правда, дорожники уверяют, что ничего чрезвычайного в этом нет. До конца ноября это штатная ситуация, к которой специалисты были готовы. Система видеонаблюдения осуществляет круглосуточный мониторинг за состоянием дорог и перемещением автомашин. При необходимости на дороге выходит спецтехника, чтобы очистить полотно и обработать противогололедными смесями. Для работников дорожной службы сегодняшняя ситуация – это обычная ситуация. Судя по информации наших GPS-навигаторов и видеонаблюдения, можем сказать, что в районах Будо-Кошелевском районе, Гомельском районе техника полностью наших филиалов выехала на обработку противогололедных материалов и устраняет скользкость. Уже были сильные осадки. Они составляли до 10 сантиметров за 6 часов. Это достаточно считается по нормам сильные осадки. И мы с ними достаточно успешно справились. В первые минуты снегопада дорога становится непредсказуемо скользкой, и необдуманные действия водителей-лихачей могут обернуться неприятным происшествием. Так, только в первые сутки стихия привела к 60 ДТП по Гомельской области. На Полесском мосту в Гомеле, к примеру, по цепочке сразу 3 машины въехали в 2 другие, которые к этому моменту уже выставили аварийный знак. Учитывая неблагоприятные условия на дороге, сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о правилах поведения в сложных погодных условиях. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и терпеливыми на дорогах, соблюдать такую скорость и интервал движения, чтобы избежать резкого торможения. А если все же затребуется замедлить ход, делайте это очень осторожно, дабы избежать заноса. Между тем, опасность для пешеходов представляют скользкие тротуары и переходы. Госавтоинспекция обращается и к этой категории участников дорожного движения с просьбой помнить о светоотражающих элементах в темное время суток. А днем даже на зеленый сигнал светофора не спешить переходить проезжую часть. В Речицком районе в ДТП пострадали 3 человека. Во вторник на трассе около населенного пункта Заречье столкнулись легковой «Опель» и грузовой «Мерседес».
Женщина за рулем хэтчбека «Opel Astra» ехала со стороны Речицы и начала обгонять тихоходное транспортное средство. В какой-то момент, не справившись с управлением на скользкой дороге, она допустила боковой занос. Легковое авто вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». Грузовик опрокинулся. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля «Opel». Также сильно пострадал мужчина, управлявший грузовиком. Спасателям пришлось применить специальный инструмент для его деблокировки из кабины. Всем участникам аварии на месте была оказана первая медицинская помощь. Затем их на двух каретах скорой помощи доставили в Речицкую центральную районную больницу. С 1 по 20 декабря сотрудниками госавтоинспекции усилен контроль за обязательным использованием водителями транспортных средств зимних шин. Госавтоинспекция напоминает, что с 1 декабря по 1 марта следующего года все автомобили должны быть оснащены зимними шинами. Они устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать действующим техническим нормам. Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин, предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины. В случае же, когда на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность до одной базовой величины. В случае повторного нарушения в течение одного года применяется штраф от 2 до 5 базовых величин. Очередной рейд по отработке мест компактного проживания иностранных студентов провели сотрудники воинской части 1242 и полка ППСМ УВД Гомельского облсполкома. Цель мероприятия – профилактика, выявление и пресечение правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, которые прибыли в Беларусь для обучения. В ходе проведения мероприятия были отработаны студенческие общежития по улицам Советская, Кирова, проспектам Речицкий, Октябрьский, в Гомеле и по улице Студенческая в Мозыре. На территории Гомеля и области иностранные студенты обучаются в 6 высших учебных заведениях. Общее количество иностранных студентов – более 2000 человек. Это граждане Туркменистана, Китая, Индии и других государств. Всего в общежитиях проверены 300 иностранных студентов. За нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности два иностранных гражданина. Наложено административное взыскание в виде штрафа. Также проверены 32 частных адреса проживания иностранных студентов. Всего за 11 месяцев 2016 года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Республики Беларусь привлечено 58 иностранных студентов, из которых 22 гражданина Туркменистана. За пределы страны за нарушение миграционного законодательства выдворено 11 иностранных студентов. На этом все. Смотрите «Де-факто». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог.